Поставили бабушке телевизор, и новый. Только подключили. Смотрит на Теллу. Ну, это, конечно, нехорошо делать, но это жизнь. Ребята, это жизнь. Она говорит, а ну покашляй я, покажи горло я. Все, идем к врачу. Она меня слушает. Естественно, она находит проблему, потому что у меня были гланды. Телевизор очень легкий в использовании. Это потом она за порог сгоняла. И мы с ней в кино. Колян, ты намазала йодом. Ну что здесь такого? Большая правда, стыдно. Потом заезжаем. Мы никого не убили, это не преступление. Она бабушке селедку, бабушка селедку. В школу не пошли, раскрылась тайна спустя 20 лет. И мы приезжаем. 40 лет. Счастливые, балдеем с ней. Селедки, яблоки, сколько бы ты дома дыхали, бабушка. Ну, вареничную. Коленки слышали. Я сам с тобой дома. Еще дальше. Коленки. Йоди. Ну, какие шмоточки? Я показываю коленки, йоди. Раньше такого не было. Ну, болят коленки. Господи, ехали мы с ней в Крым. Она была как раз не замужем в этот момент. Промежуток. Ах, небольшой был. Горящая путевка. Вот, мы с ней поехали. Горящая. Два дня потеряли. Малышка, помню, мы поехали, был шторм, а в марте месяце. На всю жизнь, да, я как ты запомнила. Да, вреда. Мы оттуда драпанули пораньше. Матросы смывали. Которые так любила выдачное масло. Рассказывать, по какой причине. Ну, в общем, поехали мы на катере, а там шторм, и все пьяные. Кичил за ней такую. Даже я знаю, как его зовут. И он меня, Федь, взял на руки. Все знают уже. И сейчас на отхода. Как раз 4 приезжал. Ну, прям, ребята, столько людей тошнило, все пьяные, вина, водки, море. Дешевая, да. Буфет, копейки стоит. За мамой спрашивали. А записки, сука, записки перенесли? Записки. Записки писали. Видите, маме записки. Что записки, сука? Мама, ты кому-то записку сказала. Записочка. А там же есть салышные фотографии. Костюм, волос. Никогда не забуду, когда моя мама стояла у зеркала. Вспоминаю свое детство. Я же я дорасла. Здравствуйте, лечница. Я говорю, мама, а ты куда идешь? Она говорит, на работу. Говорю, нет. А то ресницы намазала. Вот. Куда ты, говорю, идешь? А ну домой. Я так плакала. Зовите Салка Юмовой на дочь. Она, ты на работу. Я говорю, ты умойся. Я сижу у калитки рыдаю. Значит, я тебе поверю, что ты идешь на работу. Маме приходилось умываться. Я не знаю, как там она дальше поступала. Не Салка, иди, побежала на работу. Хипотики залы. Плакала. Они были за Салка, я помню. Она шла на работу во вторую смену. А мне сказали, когда ты прочитала, вот ты такая родненькая. Ну, где она купила палочки? Но она мне, естественно, обещала. И она, когда приходила... Эти палочки я обожала, я страдала за них. Нателла, она даже может сказать в этот пульт. Говорит Нателла и сразу находит. И мама там мне часто забегала, покупала. Вот еще одно. Везде были мы вместе. Потом моему дедушке, мне было лет, наверное, 10. Моему дедушке, он был инвалид первой группы, выдали за память. Жизнь рассказала. Мой дедушка мой не мог, все равно даже ее водить. И он написал документы на мою маму. Мама сдала на права, и мы с ней гоняли на Запорожье. Я помню, мы поехали, купили мне пальто. Теперь есть машина, мне пальто не надо. Мне пальто не надо. Она мне потом начала объяснять, что она Наташа. Все равно одеваться надо. Машина, ты же не будешь на машине каждый день ездить. Ну да. Такой, знаете, детское воображение. Да что лучше было твое? Курточка первая кожаная, помнишь? Да, не было у тебя. Да. Бортфорды у кого? У Наташи. У меня тоже. Каждый момент своих родителей. Я любила на озерку по воскресеньям ездить. Очень была тогда каждое воскресенье новые туфли у меня были. Я выбирала и говорила врачу, скажи врачу, что у тебя болит горлышко. У меня даже болело, я говорила, что болело, и мы с ней бегом гулять. Что значит сама молодая девочка? Потому что не возьмешь выходной. Я ребенок. Так жизнь у нее справилась. Мне многие люди написали, что так же сама мама заставляла. Я думаю, зачем она надо? Если болеть, чтобы брать справку, хотели с детьми побыть. Раньше не возможно. Пока не. Я не могу подойти, когда директрисы идут, и все. Суббота неделя, родичи проезжают, то есть тут тены лазят, то чем так мать знала, кладовая, тут рай строить. Верочка, я люблю и тебя, это понедельник, Наташеньку. Печи, за папу рассказала. У нас будет ребенок. У нас Андрюша, которого я еще никогда в жизни не видела до сих пор. Мы как-то с ним в Инстаграме переписывались, даже телефонами обменялись.
Ну, как-то видно не время, видно, вы очень интересно. Я мало это выдержала. Мужчина, высокий. Потому что востребован сильно был, бабы сами лезли, как на елку на него. А вот эти мои искусственные браки. Он такой красивый, и тебе передать не могу. Ты же грамотный, начитанный. Ты же никому не нужна. Она отдыхает. Эндалон. Сердце не прикрывает. Ты же никому не нужна. Не эндалон, а эндалон. Эндалон. Потом были даже такие времена. Помнится, что его. Да, но не испугался и удрался. Потом говорит, это ты моя любовница. Ты на нее так похожа. Я его видела, наверное, всего раз помню. И хорошая, и очень. Уже придирался, заплачешь. Это детство же мое, тебя. Я тебя же расстроилась. Все нормально. Все потеря, да, Таша? Это не искусственно, это все идет от души. Подольше была со мной. Буду, Наташа, буду бороться ради тебя, ради Людочки. Ради Женечка, которая с нами живет. Который с нами живет. Слава Богу, реклама. Наконец-то. Я пошла здесь. А я фильтр люблю. Бадьян такой, если я додаю. Ты ешки пальцы кидаешь за что. Кого яку хочешь, ты робишь. Черна крава на будь-який смак. Сколько ты колбасы приносила? Как ты привязана? С ума сошла. Сегодня будем этот телек смотреть. Сразу привязана, а потом сами на дом. О, а что опять? Япона, мать! Это для какой картошку? Когда ты пойдешь выкопаемся? Хорошо, вот чем в шортиках. Они рвали хоть. Вот закатка, если дивишься. Я один там написал, уже я на это могу смотреть вечно. Кто, если не я? Мама, земля пухлая, мама. Земля пух, вообще пух, копается, класс. Да, видно. А люди пишут, да ты ради картошка. Да сделай, да тише. Да тише сделай. Да, это я напела. Не, просто копает и копает. Вот так, да. Боже, все бурьяны влезли на всю Украину. Да прям, какие подсолнухи, а все бурьяны? Кто там что поймет? Украина не смотрит, Россия. Зеленая. Ой.